Привет, тиктокеры! Ночь туманна и дождлива, все вокруг темно. Мальчик маленький стоит и мечтает об одном. Он стоит к стене прижатый и на вид чуть-чуть горбатый и поет на языке своем. А друзья, купите папиросы, подходи, пехота, унтматросы. Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте, посмотрите ноги мои босые. Бою жестоко мой отец жизнь свою отдал, мою мамку из винтовки немец расстрелял, а сестра моя в неволе, сам я ранен в чистом поле, оттого и зрение потерял. Я калека, я несчастный, мне 17 лет. Я просил у человека, чтоб он дал совет, где калеке полечиться или Богу помолиться. Люди, я прошу вас, дайте мне совет, где калеке полечиться или Богу помолиться. Я прошу вас, люди, дайте мне совет. Ночь туманна и дождлива, все вокруг темно. Мальчик маленький стоит, мечтает об одном. Он стоит к стене прижатый, на вид слегка горбатый, и поет на языке своем. Друзья, купите папиросы, подходи, пехота, унтматросы. Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте, посмотрите ноги мои босые. Всем привет! Подписывайтесь на мою страничку в Лайкере, а также смотрите мой канал на Ютубе. Канал называется Николай Кныш, путешествие автомобилей. Желаю всем хорошего дня, крепкого сибирского здоровья и кавказского долголетия!